А давай сделаем пранк над Маргаритой. Так, это я не буду брать, это просто вообще ужасная футболка. Еще я возьму ей ботинки. А эти шорты ей вообще не подходят, ноль. Я думаю, она бы хотела ее взять, значит, берем. А эти, по-моему, ей маленькие вообще. Всем привет! Я Маргарита. Я Ксюша. И вы снова на нашем канале. И сегодня мы снимаем ваше долгожданное видео. Собираем чемоданы на море. И сегодня мы будем снимать не простое видео, а золотое. Мы будем собирать чемоданы друг к другу. То есть я собираю Маргарите, а Маргарита мне. Мне кажется, идея очень интересная. Посмотрим, что получится. Ну а вы подписывайтесь пока на наш канал и ставьте лайк. Обязательно нажимайте на колокольчик, тогда вы не пропустите наше новое видео. А также на море мы будем снимать влоги, так что подписывайтесь на наш влоговый канал, он, как всегда, ссылка в описании. Наверное, вы уже знаете, куда мы едем, но мы все равно устроили для вас опрос. Нажимайте вот сюда на подсказку и выбирайте правильный вариант, куда же мы поедем. Ну а мы начинаем. Я надеюсь, ты правильно выберешь. Я тоже надеюсь, что ты выберешь для меня правильное. А выбирать одежду мы будем отдельно. То есть я не буду видеть, что будет выбирать Ксюша, а Ксюша не будет видеть, что я ей выбираю. И об этом мы узнаем только на море. Ну что, ребят, будем начинать. Так, здесь я вижу кучку шорт. Их очень много. Давайте выберем... Сколько? Эти желтые я обязательно возьму. Я знаю, что они у нее любимые. Так, взять эти или эти? Как вы думаете? Я думаю, что она захотела бы взять белые. А эти убираем. И первое, я вижу вот эту футболочку. Lion King. У нас одинаковые футболки, так что я ее обязательно. То есть я ее обязательно для Ксюши выберу. Я надеюсь, она тоже взяла. Ой, эту футболку обязательно возьму. Это Lion King. С ней тоже будет удобно ходить на пляж. Розовенькие я точно возьму, потому что у меня тоже такие есть. Я надеюсь, что она мне тоже такие возьмет. Это у нас тоже одинаковые, я их тоже с собой возьму. Я надеюсь, Ксюша их тоже с собой взяла. Еще есть вот такие вот джинсовые. Есть еще такие. У меня тоже такие есть. Значит, я эти возьму. Знаете, я эти ей тоже возьму. Только вот эти вот. Потому что они какие-то не яркие. Вот это вот я ей возьму. Это новая маечка, и у меня тоже есть такая. Так что блин. Так, дальше такая вот желтая маечка. И она ей очень нравится, у меня есть то же самое. Маргарита, пожалуйста, выбери его. Я тебе эту возьму. Здесь у нее есть такие вот штанишки с ананасиками. Эти старые, а это новые. Давайте я эти возьму. Я их новые возьму. Так, это футболочка из нашего магазина. Знаю, что это Ксюшина любимая кофточка. Поэтому, Ксюша, я тебе ее беру. Так, платьишко. Это раньше было мое, теперь оно перешло к Ксюше. Она его еще ни разу не носила. Поэтому я хочу посмотреть, как сидит на ней это платье. Так что я это платье с собой беру. Так, здесь я вижу джинсы. Что-то она многовато взяла. Давайте выберем два. Есть черные, есть вот такие вот бежевые. Но мне бежевый не очень нравится, что здесь есть кармашек. Мне кажется, черненькие очень стильные, у них рваные коленки. Я возьму ей черные, белые или голубые. Ну не знаю, она больше носит белые, ей больше белые нравятся. Значит, я ей белые возьму. Надеюсь, что ей понравится мой выбор. Так, тут две толстовочки. Мне нужно одну из этих выбрать. Так, вот это белые, это новые. А вот это вот бирюзовая зеленая, прошлогодняя. И я, конечно же, беру новую. Потом дальше у нас футболочка тоже. Cute Teens с нашего магазина. Это футболка Levi's. Я думаю, она бы хотела ее взять, значит, берем. Ага, это платьюшка. Единорогом. Она его тоже очень любит, значит, берем. Так, здесь есть две похожие футболки. Такая вот желтая и... розовая. Но это желтенькая, она новая, значит, берем ее. Ой, платьишко.
А может быть, оно ей больше не нравится? Что-то я не хочу ей это брать. Я не знаю, я не уверена. Ребят, как вы думаете? Я думаю, нет. Так, следующая футболка. Это футболка с нашего магазина, я ее 100% возьму. Не моя проблема. Здесь положила Маргарита два свитшота. Это вот такой вот с единорогом и вот такой вот желтый. Ну, мне желтый больше нравится, потому что он ярче и он с капюшоном. Убираем. Это платьишко Маргарита очень любит. Хорошо, возьму ей как ночнушку. Так, эта маечка тоже новая, у меня есть то же самое. Значит, я ее возьму. Надеюсь, что Маргарита ее тоже возьмет. Во, это маечка. У меня тоже есть такая. Так что берем. Я надеюсь, Ксения мне тоже это взяла. О, еще есть вот такая вот. Давайте тоже возьмем. О, у меня тоже есть такая футболка. Я когда я посмотрела, что это моя футболка, я не знаю, выбрала Ксюша такую или нет. Ну ладно, попробуем, возьму. Я, наверное, думаю, что она все вещи взяла, которые у нас одинаковые. Кьютелла. Я вижу их здесь две. Давайте выберем одну из двух. По-моему, у Маргариты очень много белого. Значит, берем фиолетовую. Такая же футболка, как у меня. Возьмем. Эта маечка тоже новая. Думаю, она бы хотела ее взять. Это тоже футболка из нашего магазина. Мы ее возьмем. И последняя футболочка. Микки Маус, давайте возьмем. Микки Маус футболочка. Ну, давайте попробуем взять. Так, это тоже рубашка-платье. Возьму. Ой, платье еще одно. У нас два одинаковых платья. Я надеюсь, она мне его взяла. Так, я вижу, тут у нас черная платьюшка. Это платье тоже новое. Как вы думаете, брать или нет? Маргарита, возьми мне тоже. Я тебе возьму. Эту футболочку возьмем. Это новая футболка, поэтому я ее возьму. Это моя рубашечка. Она не маленькая. Поэтому возьмем, Ксюша, футболочка с дельфинчиком. Тоже берем. Ой, платьишко новое. Это новое, так что я его... 100% с собой возьму. Когда у нас был челлендж 24 часа от Суефа, я покупала себе одежду. Чтобы Маргарите не было обидно, я ей купила вот эти вот три кофточки. Я купила себе вот такую вот маечку фламинго и Каролине, чтобы мы втроем ходили одинаковые. Ксюша тоже мне купила такую маечку. Так что я думаю, что она мне ее 100% взяла. Потом вот такая вот у меня тоже есть. Я взяла Маргарите такую и мне. Эта футболка тоже у меня есть. Ксения мне ее тоже купила. И я думаю, что она мне тоже ее взяла. А теперь купальники. Смотрите, у Маргариты есть три купальника. Вот этот такой. Вот этот. Это новенький. Еще один очень новый купальник. А давай сделаем пранк над Маргаритой. Мы сделаем так, как будто бы ты не взяла ей купальники. Ну, мы в твою сумку. Угу. Давай. Ну, я ей не буду выбирать старый. Я ей выберу... Ну, возьми... Ты можешь ей все взять купальники. Возьми все. Почему? Ну, имей в виду, что ты не возьмешь, когда... Я возьму все. Да. Когда приедем, она откроет свои вещи, мы соберемся на пляж, и она не увидит купальники. Хорошо? Да. Все. Я возьму ей эти все. Так, шортиков у Ксюши не очень много, так что я их возьму. Эти я тоже с собой возьму. Эти у нас тоже одинаковые, так что я их тоже с собой возьму. А теперь у нас остались купальники. Да, купальники. Купальники, по-па-па. Купальники. Вот такой вот бикини беленький. Еще вот такой вот, тоже с прошлого года. Вот эти вот у нас тоже одинаковые. А давай сделаем пранк над Ксюшей. О, в чем она будет? Ну, мы возьмем, но просто скажем ей, что ты забыла. Ага, да, давай. Пранк сделаем, хорошо? Давай, да. Как тебе идея? Вот это возьми. Ну, возьми все три, да, ладно. Хорошо, мы берем. Обязательно берем шлепанцы. Такие вот. Еще я возьму ей ботосы. И она будет вся неоновая. Полочка, эти шортики, вот
эти вот ботусы. Я тоже еще знаю, что она очень хотела с собой взять вот эти вот ботусы. Они прям очень яркие, летние. Я надеюсь, она выбрала для меня желтую. Обязательно шлепки. Мы договаривались, что мы возьмем пенки и спрей для тела. Давайте же выберем, какие же мы возьмем для Ксюши. Так, здесь два геля для душа. Мы возьмем маршмеллоу. А как ты думаешь, какой она тебе выбрала? Я надеюсь, маршмеллоу. Здесь у нее два геля для душа. Мне нравится кактус. Давайте возьмем-ка. Возьмем одну душ-пенку и одну мусс. Я возьму наш новый пинк пайнапл. И возьмем пенку для душа. Давайте эту новую. Давайте снова ус. Мне эти вот нравятся. Ну, этот новый, давайте это возьмем. И у нее еще тут есть 4 спрея для тела. Я ей обязательно возьму кокос, потому что я знаю, что ей очень нравится кокос. Я знаю, что ей очень сильно нравится вот этот, это кокос. А, ну давайте возьмем Пизибери. Еще давайте возьмем вот этот. Это Пизибери. Вот эти два. Ну что, ребят, вот мы и закончили собирать друг другу одежду. Надеемся, вам понравилось это видео. Если это так, то ставьте лайк. И подписывайтесь на наш канал. А также подписывайтесь на наш инстаграм, ссылка в описании, и на наш блоговый канал. А мы с вами прощаемся и увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!